that come with it. So full of focus, I'm insisting on keeping it going. The franchise, I exist in the league of my own. Expect attention, I'm familiar with being ignored. The true back painted, locking and closing the door. Brick wall in the road, I won't move. The king, I'm like Roy in the ring, I can't lose. Show the face of a competitor, man. You wanna walk? Motherfucker, ain't hard to find. I holler back, nigga. Сейчас нам Никита расскажет о углубленной практике, которая ведет его к совершенству. Никит. Во-первых, начну с того, что тренировки просто супер. Одна такая часовая тренировка заменяет, наверное, ну не знаю, кажется, 3-5 льдов это точно, если не больше. Вот, индивидуально отрабатываем очень многие моменты, которые никто никогда не подскажет на массовых тренировках. А пришел к этому банально. Просто в детстве хотел заниматься хоккеем. Пришел записываться в 11 лет. Сказали, уже поздно. И тут под старость лет, в 30 лет... Мечта осуществилась. Да, мечта осуществилась. Начал играть в хоккей, практически настоящий, с теми же самыми судьями, с определенной лигой, с правилами, с командами, с интригой, с состязаниями и так далее. Большое за это спасибо, Олег, тебе. Красавчик. Я вообще так скажу, когда Никиту я первый раз увидел на льду, он был такой деревянный вообще. Вот. Но он и сейчас-то не стал не мягкий, но мы над этим работаем. Вот он тянется даже, уже получается полушпагат. Вот. Ну, был очень деревянный, но напористый, желание огромное. Вот через такие тренировки мы нарабатываем правильные навыки, отрабатываем определенные игровые элементы, отрабатываем технику, ставим технику правильную рук, правильную технику ног, как это все должно двигаться. С клюшкой работали сегодня в начале тренировки, с мячами. Ну, в принципе, все, что нужно вратарю. Ой, вот, 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 в